Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и сегодня мы продолжим играть в Fallout Shelter 69, убежище, где живут лишь женщины и два мужчины, поддерживают их существование. И сегодня мы будем проходить квест, который относится к серии квестов, относящихся к Дню Благодарения. Называется он у нас «Кто разрежет индейку?». Нам нужно будет спасти повара. Давайте его выбираем, начинаем. И нам нужен будет один житель в костюме пилигрима. Так, давайте кого-нибудь из плазмы выберем, точнее не кого-нибудь, а вот плазму с кошечкой, и выберем костюм пилигрима, который мы получили в одном из предыдущих квестов про День Благодарения. И начинаем задание. Бутылок у нас нет, поэтому придется немножко подождать. Вот такая вот у нас тетушка бежит, симпатичненькая. Так, все, ждем, друзья. Итак, друзья, наш персонаж уже на месте. Кто разрежет индейку, мы сейчас с вами узнаем. Завтра у нас уже будет День Благодарения. Ну, а мы сейчас посмотрим, чем все это закончится. Давайте выбираем данного персонажа. Вот он у нас. Начинаем. Он в прикольном таком костюмчике, который, видимо, традиционный для Дня Благодарения, я, к сожалению, совершенно не знаю об этом празднике ничего. Но вот у нас идет найти повара. Так, по условиям данной миссии требовалось, чтобы у нас был один персонаж и был обязательно одет вот в такой костюмчик. Теперь нам нужно найти повара с вами. Давайте найдем его. Больше других дополнительных миссий у нас никаких нет. Ну, я думаю, что мы сейчас все это быстренько с вами организуем. Главное, надо проверить, все ли у нас на месте. Да, все на месте. Ну, можно подхилиться, потом будет немножко попозже. Сейчас пока хилиться не будем. Пока ждем разборок с кротокрысами, когда они закончатся у нас. И давайте двигаться вперед дальше. Так, есть. Поднимаемся вверх. Теперь сюда. Опять кротокрысы. Что-то тут одни кротокрысы-то. Не знаю. Оба-на. Сразу они как-то сдохли. Видимо, очень легенькие. И для низкого уровня квест этот сделан. Да, по-моему, там в условиях именно низкий уровень квеста был. Так, чтобы большинство игроков, да я думаю, что все могли воспользоваться им, а поэтому наши кротокрысы дохнут иногда даже с одной плюшки просто-напросто, вот и все. Так, давайте быстренько соберем все, что нам полагается. Антирадинчик нам дали. Не хочу, чтобы пришлось сражаться с кем-нибудь, кто заражен радиацией. Так, дали нам чертеж. Ну, смотрите, половину вот этого здания мы уже обошли. Кстати, это была половина здания, которая находится над землей. Еще есть половина здания, которая находится под землей. И это тоже достаточно интересно. Посмотрим, что это такое. Я как-то вот раньше не обращал внимания, честно говоря. И мне казалось, что все либо под землей, либо над землей. А так, чтобы и так, это что-то, на мой взгляд, новенькое. Так, расправились мы с очередными свинюшками, кротокосятами. Ага, вот тараканы. Отлично. Ну, при таком вооружении тараканам, к сожалению, шансов никаких не остается. Давайте, наверное, в самый низ спустимся. Попробуем теорию подниматься все время наверх или спускаться все время вниз. Пока повара я никакого не вижу. Так, быстренько давайте хилимся. Нубские всякие вещи дают совершенно неинтересные, но какой квест, такие вещи, как говорится. Готово. Так, с этими мы разобрались. Давайте следующий этаж. В общем, в данной игре у меня теория не сработала. Поднимаемся на самый верх, спускаемся на самый низ, ничего нет. Осталось два этажа, поэтому вот-вот мы узнаем, чем все это закончится у нас. Так, быстренько мы с ними расправились. Ничего нам не дали интересного.
Только время тратим на то, чтобы их всех раздолбать и очистить от них помещение. Ну-ну-ну, давай, чеши. Опачки. Хорошо, что вы меня нашли. Ну, отлично. Один картокрыс украл мой любимый нож. Так. Тут не хватает начинки. Пожалуй, пора вернуться к работе. Так, нам дали ножик. Отлично. Нам дали кучу бутылочек. И, в общем-то, квест мы с вами этот сделали. Давайте сюда наверх поднимемся. Теперь сюда. Сюда. Здесь опять кротокрыцы. И здесь, смотрите, матка кротокрыцев. Но мы ее, естественно, побили. В общем-то, так же легко, как и обычных кротокрысят. Есть, все, здесь мы с вами зачистили. Последняя комната. И машинку какую-то нам дали. Все, весь квест, больше ничего нету. Давайте возвращаться. Вернуться в убежище, окей. Вот такой нож мясника нам дали. Все, что нам полагалось, все мы получили. Достаточно неинтересный квест. Я думал, что будет что-то прикольное. Тем более, что мы одного персонажа посылали. Но, опять же, этот квест прикольный для тех, кто недавно начал играть и только начал развивать свое убежище, на мой взгляд. Для остальных игроков, ну, так просто, какой-то приятный экспириенс. В общем-то, на этом, наверное, с вами мы, дорогие друзья, заканчиваем. Продолжим в следующих выпусках. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.